Приветствую! В этом видео драма Лизы Туктамышевой. Анна Щербакова показала зубки, отчего даже Валиева с Трусовой остались в шоке. Комментарии Татьяны Тарасовой и Алексея Мишина. Спорное судейство на чемпионате России. Тройка Тутберидзе едет на первенство Европы. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Итоги чемпионата России оставили много вопросов. Главная драма – возможное засуживание на домашнем старте Лизы Туктамышевой. Не секрет, что публика любит свою императрицу, они не переставали это показывать, а Лиза действительно каталась для своих поклонников. Особенно поразил ее показательный номер. В образе стюардессы фигуристка неподражаема, она по-настоящему зажгла зал. Все остались в восторге. Но сухие цифры говорят за себя. Седьмое итоговое место – это провал. Но почему так получилось? Ведь Лиза исполнила чисто два тройных акселя. Да и в целом ее прокаты были очень техничны. Да, с Александрой Трусовой, а тем более с Камилой Валиевой, бороться невозможно. Но вот за третье место шанс уцепиться был. Ведь Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата России, откатала обе свои программы совсем без элементов ультра-си. Тройным акселем Анна не владеет, а единственно заявленный четверной флип у спортсменки не получился. При этом разрыв между Аней и Лизой 15 баллов. Это почти два тройных акселя. У многих остались вопросы, почему Елизавету оценили так низко. Не хочется верить в засуживание, тем более на домашнем чемпионате. Тренер спортсменки Алексей Николаевич Мишин с сожалением, но гордостью прокомментировал выступление своей любимицы. Он заявил, что не всегда достаточно только лишь таланта, чтобы завоевывать высокие результаты. При этом он подчеркнул, что Лиза сумела завладеть неподдельной любовью зрителей, а также у нее есть медали чемпионатов мира, Европы и России, что тоже очень большая заслуга в спорте. Журналисты не постеснялись задать провокационный вопрос действующей чемпионке мира Анне Щербаковой. Фигуристку спросили, как так получилось, что при сопоставимом прокате Елизаветы Туктамышевой фора Ани настолько существенна. Чемпионка заявила, что оценки – это не ее дело, прокаты оценивают судьи. Кроме того, она не видела выступлений других спортсменок. Все это было сказано в довольно агрессивной форме. Реакция Саши Трусовой и Камилы Валиевой, сидевших рядом, поразила. Спортсменки удивились такому поведению Ани. Татьяна Тарасова, заслуженный тренер, отреагировала на итоги чемпионата России. Она заявила, что с призовой тройкой у женщин согласна и считает справедливым непопадание Лизы Туктамышевой на чемпионат Европы. Напомню, что Елизавета находится в числе запасных. При этом Татьяна Анатольевна считает справедливым тот факт, что на первенство Европы поедет Евгений Семененко, а не Андрей Музалев. Напомню, что Евгений Семененко стал в итоге четвертым, бронзу взял подопечный Кирилла Давыденко. Мы поздравляем наших спортсменов и желаем показывать максимум на каждом официальном старте.